Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Селихов. Я эксперт по испытаниям компании Сингента. Мы находимся на поле в Орловской области, где в прошлом году был посеян подсолнечник. В результате погодно-климатических условий на этом поле не был проведен такой агроприем, как лущение стерни. Мы решили проверить пожнивные остатки на предмет заселения таким вредителем, как шипоноска. Пойдемте в поле. Для этого мы берем случайным образом 10 растений. Сейчас мы вам продемонстрируем, как обнаружить личинку непосредственно в растении. Вот ее ходы, экскременты, а вот сама личинка. Шипоноска – серьезный вредитель, в последнее время все более распространяющийся. Для ее контроля лучше всего подходят агротехнический метод и соблюдение севоборота. Следите за своими полями, оценивайте риски и принимайте правильные решения. Всего доброго!